Всем здоровья! Сегодня 12 марта. И сегодня я буду стратифицировать леспедецию двухцветную. Леспедеция мне пришла из Архангельской области от Виктора. Спасибо Виктору. Она, правда, вот в таком виде, не разобранная, потому что он мне ее в подарок выслал. Просто так. Поэтому давайте я сначала ее разберу, рассортирую, а потом уже приступим дальше к стратификации. Вот я выбрал кое-какие семена. Часть там осталась. Некоторые почистил от околоплодников, вот эти. А часть оставлю прямо в этих коробочках. И положу в этот пакетик с песком. Просто я не знаю, как лучше сделать. Нужно их было чистить или лучше оставить все-таки в этой коробочке, в околоплодной. Делаю впервые. Поэтому, мне кажется, в коробке тоже будет нормально. Она сама во влаге потом распадется. Ну все, сейчас положу этот пакетик в холодильник на месяц примерно, может на два, посмотрим. Ну и значит, я с вами не прощаюсь. Всем всего доброго, до встречи, пока-пока. А сегодня уже 31 июля. Прошло, получается, 4,5 месяца, как они лежат в холодильнике. Странно, что они вот не прорастают нисколько. Ну, выбрасывать как бы их жалко. Вот их еще они мелкие, их тут не найти. Прямо сейчас с песком. Такую емкость помещу. Там у меня к тому же кипарисовик не сходит. Пусть они уж тут тогда вместе. Может, кто-нибудь из них зайдет когда-нибудь. Поливать мне, в общем-то, несложно. Я и так поливаю сотни. Одно больше, одно меньше. Ну и все. Сейчас присыплю еще. И вдруг что-нибудь да прорастет. Ну, запросто. Так иногда бывает, что вроде не ждешь, не ждешь, оно раз и выросло. Ну и все, значит, я вам обязательно покажу. Не прощаюсь, до встречи. Пока-пока. Прошло 5 дней. Сегодня 5 августа. И наша леспедеца, смотрите, прорастает. По крайней мере, два. Точно я вижу ростка. Это я ко времени, к срокам схожести. Ну а как дальше будет расти, я обязательно сниму еще и покажу. Как леспедеца растет дальше, мне снять не удалось. Летом был занят. Рассадить даже не удалось. Так все в этом маленьком контейнере она и живет. Сегодня уже 19 ноября. Кустики сбрасывают листочки. Уже практически все сбросили. Тут порядка 10 кустиков получилось. Ну, в общем, все правильно. Единственное, поздновато, конечно, все. Высадить не получилось в открытый грунт. Да, пожалуй, и не надо. Пусть растет зиму до лета в этом контейнере. И там уже буду пересаживать. Ну, и там уже будет другая история, другое видео. На этом я видео заканчиваю.
выводы какие-то сделать сложно. В общем, несмотря на все мои неправильные действия, что-то получилось, что-то выросло. И чему я, в общем-то, сильно рад. Ну, а на этом я с вами не прощаюсь. Сажайте деревья. На земле быть добру.